Первый городской фестиваль творчества, ландшафтного дизайна и флористики «Венчугов Фест» станет финальным аккордом открытого архитектурного конкурса на проект сквера имени Венчугова. Сергея Ильича сочинцы знают по зеленым уголкам. В советское время ими был украшен курорт. Некоторые удалось сохранить и до сегодняшнего дня. Например, вот этот на торговой галерее. Именно Венчугова называют создателем неповторимого сочинского стиля озеленения. Маэстро, который невероятно просто на каком-то своем удивительном диалекте общался с природой. И природа настолько была отзывчива, что в его руках каждый предмет становился предметом искусства. Но каким будет новый сквер, станет известно уже в воскресенье. А познакомиться и проголосовать за понравившуюся концепцию благоустройства пешеходной зоны возле Зимнего театра и уголка «Фитофантазия» можно на сайте arch-sochi.ru или на площадках фестиваля. Воплотить проект в жизнь планируют до конца лета. 27 августа Венчугову исполнилось бы 90 лет. В целом же фестиваль «Венчугов Фест» включает в себя научно-практическую конференцию по ландшафтному дизайну и малому архитектурным формам, день открытых дверей Сочинского дома архитекторов, а также городской праздник. Все это с 3 по 5 февраля. Основные площадки – органный зал, Зимний театр и дом архитекторов.